снова Sky. Начинаем второе деление. Thank you.
Ну, получилось такое посвящение кумирам молодости. Ну, не только молодости, а вообще кумирам. Ну, вот мы сейчас будем петь новые песни. Сначала мы хотим все-таки выразить какие-то слова благодарности. Во-первых, слово благодарности продюсеру проекта Андрею Федоровичу Сажину, который нас сегодня сделал заставить. Все, кто имел дело с Сажиным, понимают, что если он что-то задумал, то проще сделать. И сделать хорошо. Музыкальный руководитель проекта Виталий Степанов. Все, что звучит на этом диске, все звуки, чего там только нет. Он и свистит, и пищит, и звенит. То есть там какая-то аура музыкальная, мы совершенно долго к ней привыкали, но надеюсь, что вам понравится. Это совсем другое звучание, там мало будет гитар. Нет, гитар там тоже много, вы же знаете, у Степана много гитар. Хотим поблагодарить Женю Слабикова, который помогал нам сводить этот диск. Звукорежиссер Женя Слабиков, спасибо. Ну, про Сосуеву ты сам скажешь. Ну да, Сережа Сосуеву, естественно, большое спасибо. Он получался афишами, билетами, композицией дисков и принимал мои звонки раз в 15 в день. Молчаливый, даже не ругался. Огромное спасибо Евгению Сергеевичу Кустовскому, который за ночь написал аранжировку одной из песен. Он написал много аранжировок, но одну из них написал за ночь. Перед отлетом Ольги Валерьяновны в Америку. Ну, давайте попоем песню из этого диска. А я благодарен ребятам за то, что они позволили включить в этот диск одну мою песню. Вот мы ее сейчас испоем. Она довольно старенькая, правда, но никогда, по-моему, не исполнялась еще. Классика. На стихи Петра Ленина. Был дождь и был снег, был свет. И полусумрак ночи старый полушумок мехом вывернут наверх. В полутьме полувидны пары, но не различимы, кто там женщины, мужчины, вроде пола лишены. Полуножница моя, полужертва, смешной крылья порзая, как лапы, полужив от полуправды, жгу огарок восковой, жгу огарок восковой, жгу огарок восковой. Упади на плечи.
плач, обман. Самой главной песней из того, что мы вообще сделали в своей жизни.
вместе с Женей Кустовским, это было давно, но сейчас это звучит, на этом диске записано по-новому. И мы подумали, что такое художественное высказывание, оно важнее, чем споры в всяких социальных сетях. Вот мы сейчас поем две песни, которые объединены той темой, которая нас всех сегодня волнует. Музыка Сергея Никитина, стихи Виталия Коротича, в переводе Юна Муромца.
Улыбнулся и вел его в туман. Самую нашу любимую.
тех времен. Поднимемся на географический факультет. Как в 1954 году. Как в 1954 году поднимались Евгений Сапельников и... Кто? И Виталий Александрович Фолк. Все домой ушли, только я прошу, моя дорога.
60 каком-то году, в котором мы еще не родились. В четвертом. Да. Кто-то уже родился? Нет. Нет еще. Вот, но чужик. Даже я нет. А, ты родился. Родился. А сейчас к нашим временам, примерно к тем временам, когда еще одно открытие произошло в авторской песне. Примерно там же, на столе географического факультета, в 2109. Поехали так. Ой, сейчас надо много посмотреть, что мне говорят. А, нет слов, ноты. Ага, все, поехали. Очень сложно вот без всех тех безумных инструментов, которые Степанов наиграл на диске, пытаться это вот сейчас нам в три гитары воспроизвести. Мы попробуем. Если бы не были,
самое главное философское произведение, как вспомнил, которому мы готовились всю нашу жизнь. Тихо, что там такое? А, микрофон, Виталий. Со Славой. Виталий. Солисту включите. Звуки! Виталий Степанов. Звуки. Хочется сделать ответный подарок.
Но это сделать очень сложно. Потому что у нас очень мало биологических песен в репертуаре. У нас очень мало биологических песен в репертуаре, а очень хотелось вспомнить именно биологическую песню, потому что Скай, он все-таки, как ни крути, биологический особо. Да-да-да, особенно Богданов, примкнувший к ним. И мы вспомнили песню, в которой прослеживаются по полной программе трофические цепи, жизнь биогеоценоза и прочие такие штуки. И особенно, что приятно, прослеживается развитие экологического кризиса. Причем прослеживается это все, Дим, с математической точностью. Даже если в этом зале не все биологи, и многие слова из сказанных мной сейчас вам непонятны, то слово «кризис» вы пока не понимаете. Судя по радостной реакции, кризис нам нипочем. Никакой. Мы поем эту антикризисную песню специально для вас, для нас, для оптимистов, для тех, кто остается в этой стране, а не боится трудностей, сопряженных с кризисом, и не унижает, куда глаза глядят. Обратите внимание на последний куплет. Я плыву на катере. Стол стоит по пристаням, там слезами умываясь, рыба требует ням-ням. Вместо корма ей везут отработанный мазут. Везут. Рыба плавником не льет, птица рыбу не клюет, и околу немедля Богу душу отдает. Звери птицы, не поев, умирают, околев. Не поев. Угрещей и прочий лов, рацион из укладов, потому что мир животных преимущественно сдох. Груз в отсутствии зверей, кровь сосет из егерей. Сатанеют егеря и обуками соря, невзирая на пожары, не обхамурят о чем зря. Дым встает под небеса, то горят, горят леса. Без растительных пород исчезает кислород, а без оного, без газу задыхается народ. Задыхается народ. По колхозам не народ. Я на палубе стою, плохо себя чувствую. Я на палубе стою, плохо себя чувствую. Ах, мне плыть от сена в катере, к ростовой матери. Да не дать мне суждено, и ни одного ты в Арбатере. Да не дать мне суждено, и ни одного ты в Арбатере. Спасибо большое. Дело в том, что мы с ансамблем «Скай» вот просто вот действительно из одного гнезда. Наш первый концерт тоже состоялся 1 апреля. Правда, я не уверен, что это был 78-й год. Но в 78-м году мы тоже выступали. Мы начинали как квинтет. Мы еще их четверо, а мы что? У нас были пятеро. Мы будем круче. Потом нас стало четверо, потом трое. В 78 году, 1 апреля, в тот самый достопамятный вечер, по-моему, мы выступали уже вместе. Нет, вместе мы не пели никогда, но мы выступали на одной, не сцене, как сказать, на одной, на одном преподавательском столе. Перед одной доской. 78 год, 21 этаж. И хочется вспомнить те удивительные времена. Доброе слово. Когда выпадет со звона твой последний стертый зуб,
Я про мою колонну на горячем привожу. Из елейных песнопенья солования ко мне. Я приставлю сына ступенья альма матери своей. Повернусь к архитектуре чудо-университет, где тифуры и скульптуры, шуры-муры и паркет. Город и парк Победа, нам ответа чудо-честь. Запах университета, из которых неизвестен. Альма-матерь, альма-матерь, и нечистой красоты. Я во всяком альма-брате узнаю твои черты. Расписание и буфет. Наше это что же это? Неужели ж навсегда? Дети университета разбредут кто куда. Сохрани тебя в судьбе, пощади тебя молодец, защити тебя мужчина, и побудай чертов бес, чтоб уже не вчур их сила не иссякла от забот, чтоб детей ты приносила по 6000 каждый год. Коричневые брюки, и в целом не люблю коричневых штанов, но мне нравится.
ненависть свою сумею превозмолчать, но ненависть свою сумею превозмолчать, но ненависть свою сумею превозмолчать. Наверю их себе по самую погрузь и выйду их гулять сегодняшнюю ночью. И выйду гулять сегодняшнюю ночью. И выйду их гулять сегодняшнюю ночью. А танцу не приду и тем и все попутать. Не только аранжировал, но еще и нам ноты выдал. Вот эти ноты мы сейчас споем, наверное, уже не по нотам, я надеюсь. Ну и спасибо, конечно, Гарри Бартину за то, что он сделал такой замечательный мультфильм, где Ким сотрудничал с Чайковским. Это очень все в тему того, что пели Ващенко с Васильевым про крылья всех по матери. Даже гитара вот может вернуть сюда обратно. У Гоши, наверное, была помощнее. А, я же не играю в ней, черт, я забыл. Виталик, ты готов? Чайковского так лоб не возьмешь. Я сейчас должен тон всем дать. Итак, гимн нашего родного, любимого птичьего двора. Слава, слава, слава!
потрясенный до слез, брошу к черту громилою обитель и коня возьму всерьез, и поеду скакать и бороться против разных таинственных сил. Обнимись, народ, в Арматы нам даёт быть.
Спасибо. Я думаю, мы еще встретимся. Рабочее название следующей программы 37 лет.